Здравствуйте, коллеги! С вами Константин Глазунов, Кузнецкий завод деревообрабатывающего оборудования. Сегодня мы покажем, как работает станок УПТ-250М в боевых условиях эксплуатации. Пилить будем танкомер от 120 до 240 мм на обрезную доску. Всю ночь станок простоял на открытом воздухе и частично засыпан снегом. Как вы уже знаете, размер будущей плахи задаем с помощью кнопок, изменяя положение фрез. Так, ну это лазер размер, потом кнопочку нажимаем, потом этот выставляем. Все, добавляем скорость. Поперли. Пьем второй. На оба сразу. Я пил мало. Поехали. Это отличие станка позволяет пилить несортированную древесину. А теперь сходим. В стандартной комплектации имеется подающая бревнотаска длиной 7,2 метра. Подачу бревна удобнее организовать с эстакады. Для большего выхода годного материала положение каждого бревна можно корректировать с помощью встроенного кантователя. Система аспирации прекрасно отводит опилки из зоны фрезеровки и дисковых пилок. Мощность штатной вытяжки 4 кВт. Как видно, скорость прохождения бревна автоматически меняется в зависимости от нагрузки на основные привода. Вершинки идет порядка 9 метров в минуту, но чем толще к камлю, тем скорость подачи меньше. Таким образом, нагрузка на режущий инструмент всегда в оптимальном диапазоне работы. Подача заготовки в станок может происходить конвейерным способом, непрерывно. Максимальная потребляемая мощность станка 59 кВт, из них 2 фрезы по 15 кВт и 2 пильных шпинделя по 11 кВт. Точность геометрии готовых досок плюс-минус 1 мм. Нагрузка на каждый привод отображается на индикаторах в реальном времени. На выходе получается верхний и нижний горбы и пачка обрезных досок. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, напишите их в комментариях к этому видео, либо оставьте адрес электронной почты, и мы вышлем вам подробную информацию о станке УПТ-250М. Также вы можете связаться с нами по координатам на сайте или телефону. Ссылка есть в описании к этому видео. С вами был Константин Глазунов, Кузнецкий завод деревообрабатывающего оборудования, торговая марка «Пилтех». Желаем вам удачи в делах!